Ну давайте теперь потихонечку зачитывать по очереди. Да, у нас сначала девчонки, а потом мальчишки. По одной позиции. Хорошо? Ну какая наша родина? Самая большая. Самая большая. Так. Наша родина самая красивая. Теперь. Хорошая. Мать. У нас очень красивая. Очень природная такая, да, крутая? Ага. Добрая. В нашей родине очень много достопримечательностей. Хорошо. Богатая. Богатый совпал, да ничего. Красивая. Так. Наша родина дружная. Дружная, отлично. Очень хорошо. Все пока. Так, что у нас еще осталось? Нужная, сильная и мудрая. Мудрая, прекрасно. Давайте поаплодируем. Девчонки у нас победили. Ну, призы достанутся всем. Девчонки у нас получают красивые фонарики. А мальчишки за очки держите, ребята. А сейчас я прошу вас вернуться к родителям и приглашаю для выступления первую нашу пару.